раскрутки немецкой группировки армии «Центр» и освобождение нашей родной земли, нашей Беларуси. А перед тем, кто пытается чернить историю движения сопротивления на белорусской земле, даже единственный неспешенный эффективный единственный в наших руках приказал считать войну с ним равнозначным к сражениям на фронтах. Ну вот что, рано сворачиваться. Ой, вот если можно, ну, сама вот одну минуточку вас сниму. Все, сама спасибо. С праздничком вас. С праздничком вас. Спасибо. Да. Thank you.
Вот тут видно один телек. О, золотой олень. Видно? Вы выбрали.